Чуть ближе к зрителям. На НВК «Саха» стартовал второй телемарафон «Весна на НВК». В течение месяца для зрителей в социальных сетях пройдут интересные конкурсы. А 1 апреля телеканал призывает жителей Якутии включить радиоприемники и телевизоры. Подробнее расскажет Саргалана Федорова. Прошлой весной первый телерадиомарафон подарил жителям республики море позитива и ценные подарки. Кому улыбнулась фортуна, выиграли баню под ключ, сруб дома, ружье и многое другое. Не уверена была, долго была. Мои вообще не были уверены, наверное, дочь младшая вообще. Но потом уже, естественно, уже люди-то не обманывают. У меня есть дача на Вилюйском тракте, давно уже. Там старый домик есть, но старый дом не буду трогать, а есть место для этого дома. Планируем, вообще мы в принципе летом собирались строить новую баню, так как у нас уже старенькая. Тут даже и строить не нужно будет. До 1 апреля раздадут специальные брелоки. Их обладатели получат купоны на бесплатный розыгрыш, который состоится во время прямого эфира. Режиссеры, техники уже с 7 часов утра будут у рабочего пульта. Большой прямой эфир пройдет в режиме нон-стоп в течение дня. Забавы, юмор, весенние подарки и сюрпризы. 1 апреля все действо будет происходить на свежем воздухе, прямо у главного входа НВК «Саха». Будут задействованы сквер и улица. Любой желающий сможет посетить различные мастер-классы, пленэр и концерт уличных музыкантов. То, что будет происходить в студии, это будет совершенно в другом формате. Это не будет просто ведущий и гость в студии, поэтому я пока ничего не буду говорить. Следите за всеми нашими новостями на странице Instagram НВК «Саха». Как продюсер проекта «Весна на НВК» я приглашаю всех рекламодателей присоединиться к этому масштабному проекту. Зрители могут принять участие в конкурсе видеороликов «Семейная традиция». Всего-то нужно до 26 марта опубликовать в Инстаграме видеоролик о лучших семейных традициях. Семья-победитель выиграет летний круиз на Оленские столбы на 8 человек. Ожидается большой сюрприз. Это будет соревнование. Пока не буду раскрывать весь секрет, но время придет, и совсем скоро наши телезрители узнают. В прошлом году у нас состоялся матч между двумя чемпионами мира по шашкам. В этом году мы планируем уже кое-что другое. Организаторы уверены, что начало прекрасной пары станет началом новых проектов для нашего телеканала и новых начинаний для жителей республики. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Якутск.